За проявленные смелость, мужество и помощь в задержании подозреваемых учащимся гимназии номер 3 Егору Заднепровскому и Андрею Заливадному были вручены памятные подарки и грамоты. Они помогли женщине, у которой во время игры со внучкой на детской площадке пропала сумка. Мальчишки, не раздумывая, побежали искать вероятных преступников. В недостроенном здании заметили двоих несовершеннолетних ребят, у одного из которых в руках была похищенная сумка. Просто людям помогал, жалко стало женщине. Увидел женщину старую, попросила помочь. А страшно было? Нет. Не испугавшись, школьники задержали злоумышленников и отвели во двор, где женщина узнала свою сумку. Самих задержанных они передали прибывшим на вызов сотрудникам полиции.